Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. CSGORAN, уля-ля, что за сайт? Люблю всовывать вот эти, бля, не знаю, какой-то кайф USB ощущает, когда всовывать. Есть такое, да, да. Ну, прям понял, как будто как будто именно прям приятно маленький, сразу становится. Да, звук еще этот охуенный. Особенно, когда с первого раза попадаешь. Прям вообще. Да. Знаете, чего нам не хватает, друзья? Рейд от Егора Шипа. Ну, правильно, спасибо. Спасибо, Егор Шип. Реально лучше, брат. Егор Шип, бросай наркотики. Базару нет. Вы все крутые. Базару нет. Базару нет, вы все крутые. Но весь онлайн у меня. Что? Я говорю, базару нет, вы крутые, но весь онлайн-то у меня. Нам похуй на охват, если ты не забыл. А? Если ты вдруг забыл, нам похуй на охват. Знаешь, беседа нахуй не в минус какой-то. Да, какой-то монолог будет. Донат от Лерки Ярик. А, будет читаться, да? Донат от кого? От Лерки она попросила с днем рождения поздравить. Лера, с днем рождения-то? Реально. Всего хорошего тебе. Ярик. Чтобы реально и деньги были в хате, и все просто процветало у тебя реально. Отлично. Лера, с ДР нахуй. Реально. Да, ты реально хороший человек. Реально. Султан хуйни не скажет. Да, ты прям гнили вообще не чувствуется. Прям вот ты... Не, прям хорошо сделал, поздравил девочку, я думаю, ей приятно будет. Спасибо, брат. Ты что, кухарша, что ты мне так руку дал? А, даже нормально дал. Тоже много сели под валей. Смешно, нихуя понял. Бро, я сейчас на стриме буду так жестко я вышел. Для компа. Что меня просто... Не-не, для компа она короткая, эти для мониторов. Короткая, нет? Для мониторов. Вот. Бро! Я нес хуйню уже 3 лет. Не ври, что ты приставишь и дописано 3 лет. Девочка с модели размером... Бля, охуенно, еще в телеку, понял, буду ютубчик смотреть. Где? На телевизоре. Через телевизор, там приставка есть? Да. Охуенно. Надеюсь, меня через месяц не выгонят отсюда. Надеюсь. Я очень сильно надеюсь, что меня через месяц просто не выгонят. Ярик, давай нахуй отсюда. Реально, заебал их. Качаю. Очень сильно. Вицуну. Бля, камера. Бля, андроидок, конечно, будет. Че там? Не знаю, что это. Наверное, для карты. Что-то М. Что это? Это для камеры. Камера, да? Это для камеры хуйня, типа... Понял? Ну да, 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 да. Это вечный аккумулятор. А, нихуя. Ну типа, чтобы она не садилась. А че, стоять, что ли? Сони. Не, я-то привык. Сони. Я типа привык. Гриша? Охуенным шуткам Гриша. Че это такое? Сони. Нахуй мне так. Блять. Ух ты, сука. Нужно для этого. Чё? Это чё, это HDMI? А, да. Похуй. Похуй, пляшем. Похуй, похуй. Это сюда, чикс. Султан, чё ты делаешь с этими нефорами? Честно говоря, не знаю, потерялся в какой-то момент. Гриша просто из-за того, что он сильнее меня. Я ведь не знаю, у него какое-то... Какое-то лицо у него приятное. Спасибо, брат. Прям хочется с ним дружить. Спасибо, брат, большое. У тебя тоже приятное лицо. Спасибо большое. Типа, хочешь с ним дружить, чтобы никто не знал? Да-да-да. Это шутка. Кстати, ты видел, у тебя там коробка прям под окном? Тебе, наверное, тут будет личину сыграть. Минус. Так, смотри, это твой кабель для инета, правильно? Правильно. Давай, бежай. Блядь! Карма, ебал. Ты думаешь, это карма, да, все-таки? И у тебя карма будет, понял, в жизни твоей? Возможно. Я не отрицаю. Все вы нахуй. Получится. Такие слова. Я не пизжу. Я говорю только трушную информацию.
Да, это только потом заехал. Убирать, блядь, потом убирать вот эту хуйню. Это... Да не, убрать эту хуйню, это сейчас все растает. Там еще две коробки, блядь. Mm-hmm. Там все на вешалках, поэтому... Блядь, а нет такой хуйни. Вот у меня так на даче. Роутер вообще где-то в манде, а в каждой комнате такие штучки прямо в стене, куда можно вставлять провод. Бро, я не знаю, только заехал. Вот, может, хозяин... Ну, человек спамит. Султан, твое место в Чайхане. Ну, что мне с тобой? Что мне с тобой сделать просто? Что мне сделать? Я же, ну, найти могу. Тоже не забывать. Все, не снимай. Это не снимай. Нахуй реально. Типосик. Ебанутый. Не сними, блядь. Не сними, бля. Так, а мониторы работают? Лол. Что? Я их подключил уже питание. Вроде как. И огонь. Ой, у тебя ротор есть. Чего, блядь? Чего, блядь? У меня свой ротор, я у Фея его купил. А нахера? Ну, нужно было. А, то есть ты его можешь сейчас подключить, что ли? Ну, я не вижу смысла, но хуй знает. Ты, блядь, понял? В том дело, что вот все хаты, которые в Москве заезжают, они все почти оборудованы. Все, например, а в Уфе, когда я жил, этого нихуя не было. И поэтому я почти все всегда докупал, что мне нужно. Я вот сейчас микроволновку продал хозяйке. Игорь, надо было за десятку продавать. Она же сразу чек подписала, тоже такая жадная девочка. Девочка-девчонка. Ух ты, бля. Бомбер. Хочешь так... Ай! Очень проблемно. Сейчас как? Бутылки нахуй там. Ну, я тоже не понимаю. Че? Типа, у меня, я бы же в ванной жил. Я бы сюда комп поставил, розеточка. Ну, понятно для чего. Сюда бы холодильник какой-нибудь. Или микроволновку. Эту хуйню. Ну и все. А спал бы? С папой где? Теперь нужно разобраться. Где сделать угол для подарков подписчиков? Чего? У меня лежат вот подарки. У тебя угол такой есть. Ну, нужно сделать.